отец молчал, ничего не говорил. Ну, а ты... Ты его, ну, никогда не винила за то, что... Я не знала, за что винить. Ну, за что винить? Я его винила уже только после, когда он мне рассказал. Ну, ты ему прямо вот открытым текстом говорила, что вот ты из-за тебя. Нет, я у него просто спросила, вот как так случилось-то, почему? Ты где был, почему на девочек-то машина наехала? Я-то думала, что ты перебегала дорогу, угу. Поэтому... Вот, а потом пришла, когда от тебя из больницы к бабушке у Гали там поцарапанное лицо. Я говорю, у Гали, а у тебя что лицо поцарапано? Она говорит, я тоже под машину попала. Ну, я тогда стала спрашивать, говорю, Вов, как же так, Галя, что ли, тоже? Почему девочки-то попали под машину? Ты где был? Я стояла там в сторонке. Ну, на самом деле в сторонке стоял. Автобуса ведь долго не было, он стоял с сумками там, ждал. Просто, я не знаю, ну, мама, ну просто он не виноват же. Так я и не виню, разве я виню в том... Ну, ты говоришь, что стала его обвинять после уже того, как... Когда все узнала. Ну, это знаешь почему? Потому что это наложилось на те события, которые происходили в семье. Это же было уже вот когда он уходил от нас. Там, конечно, хотелось обвинить за что угодно. Уцепиться можно было за любую соломинку и сделать из нее бревно. Да нет, у меня в душе нет к нему, что он там виноват в случившемся. Я просто... У меня была такая тяжесть, я вот ходила и думала, я не переживу, я никогда не смирюсь с этим. Во-первых, мы же сразу-то не знали, что ты не видишь. А когда вы узнали? Я вот помню, как вы свет все время меня заставляли смотреть. Мне казалось, что это было с самого первого дня. Нет, нет. С самого первого дня у тебя не открывались глаза. Лицо было это сплошная опухоль. Потому что меня, по-моему, по лицу и ударило. И ты спросила, мама, сейчас день или ночь? И я так тихонько, без щелчка, выключила свет. И спросила, Наташа, сейчас светло или темно? И ты сказала, по-моему, светло. И вот тогда стало страшно.